Ну, с одной стороны, мы понимаем, что ВТО находится не в лучшей форме, и мы всегда об этом говорим. Ключевой момент – это кризис системы разрешения споров, нет апелляционной инстанции, потому что в том числе и Соединенные Штаты Америки заблокировали туда назначение арбитров, поэтому, к сожалению, очень многие споры уходят после того, как в том числе и Россия их выиграет, уходят потом в никуда и там зависают. Но в то же время альтернативы ВТО на сегодняшний момент нет. Это система, которая единственная система, которая пусть и несовершенна, но тем не менее обеспечивает равные правила игры, что называется, в торговых отношениях разных стран, вот, которая позволяет, вот, определяет эти единые ценности, единые принципы. Поэтому мы приверженцы этим ценностям. И поэтому, конечно, мы будем дальше работать со всеми странами в рамках ВТО. Мы готовы торговать со всеми странами и со всеми партнерами. Вот, в то же время мы подчеркиваем несоответствие нормам ВТО, тех санкций, торговых ограничений, которые наложены на нашу страну, и будем, безусловно, соответствующим образом наши интересы защищать. Но в целом мы конструктивно настроены и, безусловно, будем с нашими партнерами по ВТО и с нашими торговыми партнерами, в том числе и с развивающимися странами, активно взаимодействовать с тем, чтобы отстаивать интересы и формировать то, что называется многополярной системой.